Туристическое движение «Экошаг» стартовало в Сергиевом Посаде. Ребята из молодежного центра «Атмосфера» при поддержке администрации Сергиево-Посадского городского округа пригласили школьников и студентов, порядка 40 человек, на берега лесного озера. И не просто отдохнуть и пообщаться на природе, а убраться вдоль пешеходных лесных тропинок. Мероприятие разделится на три этапа. Первый – это образовательный. Поговорим про экологию, про то, что можно делать, про то, что нельзя, что безопасно делать в лесу. Второй этап – это непосредственно сама уборка и после – отдых и посиделки на берегу озера. Здесь очень много отдыхает жителей и города, и конкретно микрорайон, ферма. Берега не всегда чистые, как мы понимаем. И внимание обращают вот на этот берег, где мы с вами находимся, со стороны, собственно, поселка. А на тот берег люди заходят, но внимание обращают меньше. И мусор копится, а мы решили вот так забраться туда, костерок разжечь, пригласить ребят и провести такую образовательно-развлекательную часть. Конечно, экология важна. Первый экошаг сделан. Дальше только развивать инициативу. Ребята планируют навести порядок и на других популярных водоемах округа. Екатерина Фурцева, Илья Халяпин. Программа «События».